Один хороший человек, все бы водители, помощники и волонтеры были бы такие. Мир не без добрых людей. Вчера эта пословица была к месту в сельском мини-приюте Ирины Стрижак. Наконец-то удалось выехать в город, сделать закупку корма для котиков и забрать мясное для собачек. И это благодаря прекрасным людям, которые устроили праздник для наших животных. Почти 2 недели мы перебивались только чем могли. Проблема была в машине. И Олечка Романова, которая живет далеко от нас, в России, очень быстро по своим каналам нашла человека, который откликнулся нам помочь. Но он на тот момент был в Мариуполе. Но договорились, что обязательно он нам поможет, но через несколько дней, буквально после разговора женщины с ним. И вот вчера замечательный человек по имени Константин приехал, забрал Ирину и поехал в город. В городе все купили, брала уже женщина по максимуму. Неизвестно, когда в следующий раз получится выехать. Собакам загрузили полный багажник. Есть и косточки погрызть, и кашу сварить. Ирина Стрижак очень благодарна Константину. Замечательный собеседник, поездка легкая, волонтер даже забыл о том, что в городе небезопасно. Всегда, когда женщина нанимает машину, ее приходится выслушивать ворчание водителя по поводу животных, если едем в клинику, и самой таскать сумки. Он же, не стесняясь, дома взял тачку, все сам привез во двор, все женщине занес в дом. Такое впечатление, что этого человека хозяйка знала 100 лет, и, кстати, дома у них кошка, подобранная с улицы, еще котенка. От души благодарна ему и Олечке. Здоровья вам и вашим близким, добрые вы люди. Спасибо всем друзьям, кто помогает нашим животным. Сейчас котики и собачки с кормом. Беззубик Лордик счастлив, есть мягкий корм. Все наелись от пуза. Немного купила моющее, просто уже не хватило средств. Выгребла женщина все запасы, которые у нее были, даже отложены на коммуналку. Но надеемся, наши друзья нас не оставят в беде. У нас замечательные друзья, замечательные люди. Мы всегда рады любой вашей помощи. Спасибо, что вы с нами. Всем мира, добра, берегите себя и ваших близких.